Его сердце, любовь к вам. Между вами есть какой-то обман, какая-то недосказанность. Вы для мужчины императрица, да, постоянная девушка, которую он любит, которая, с которой он, возможно, хотел бы серьезных отношений. Вы есть в его планах на жизнь. А что тут у нас? Ну, недосказанность какая-то. Вы есть планы, да, какие-то, вы ему не верите почему-то, а он хочет как-то оправдаться. Возможно, наврал, да, набивая себе цену. Возможно, что-то скрыл, и вы на него обиделись. Потому что, в общем-то, любовь у него в сердце к вам есть. Рыцарь чаш, да, это желание нравиться, это желание быть вместе, это влюбленность. По тузу жезлов он хочет ярких отношений. По шестерке жезлов ему важно вам нравиться, ему важно, какое впечатление на вас он производит. Да, он хочет быть для вас самым умным, самым лучшим, самым главным мужчиной на свете. По пажу чаш, опять же, чувства, да. Но есть недоверие. Возможно, вы теперь уже проверяете его, не верите ему. Потому что сначала намечтали что-то, а потом, в общем-то, поняли, что все не совсем так, как вы думаете. Сделал он вам очень больно, после этого вы ему не верите, да? Сейчас он ушел в отшельника, ничего не ладится, ничего не получается. Но в его сердце любовь к вам есть. Но любовь это вот по пажу, по рыцарю, да, то есть как бы любовь, такая вот, не то чтобы несерьезная, то есть мужчина не хочет обязательств. Ему с вами хорошо, но он как ребенок, да, то есть он не хочет брать ответственность в свои руки.